1 февраля это имел место быть очень нехороший инцидент с участием нашего уже бывшего водителя 8-го маршрута. Вот. Ну, многие жители города, да уже и не жители, видели видеозаписи этих событий. То есть водитель это повел себя даже нелегко выбрать выражение, как это по отношению к это пассажиру. Ну, называя вещи своими именами, он его попросту избил, выкинул из машины на улицу и на улице еще нанес ему несколько ударов. Вот. Абсолютно не важно, что послужило это поводом этих, что было перед этими действиями водителя. То есть сам факт избиения пассажира, конечно, это ни в какие рамки не входит. Поэтому как только мы увидели видеозапись, как только мы это получили сигнал об этих событиях, водитель был, мы его выгнали. Выгнали, к сожалению, по статье за один день сделать это было невозможно, поэтому он написал заявление по собственному желанию, но необходимую репутацию мы ему создадим. Вот. Что касается дальнейшей судьбы водителя, ну, как я понимаю, в дальнейшем уже будет заниматься его судьбой органы полиции. Мы состыковались с семьей этого мужчины, пострадавшего. Насколько я знаю, они написали заявление в полицию, супруга, либо он сам, я не готов сказать. И что будет дальше с этим водителем, мы уже будем узнавать от них и от полиции. Со своей стороны с семьей поддерживаем отношения, то есть, естественно, мы извинились перед ними за действия нашего бывшего сотрудника, вот, и ту необходимую помощь, которую мы сможем оказать, это, конечно же, мы окажем.